Ну что ж, отправляемся в лес павших гигантов. Ржавая монета. В НГ+ этот сундук становится мимиком, так что осторожнее. Блин, как же медленно тут открываются врата. Так, здесь у нас какое-то подземное озеро и река. Можно обойти, либо просто сразу же упасть вниз. Здесь у нас еще одна человеческая фигурка, и здесь, как вариант, можно перепрыгнуть. Обойти сверху, либо перепрыгнуть отсюда сразу туда. Давайте попробуем перепрыгнуть. Косточка возвращения, душа пропавшего мертвеца. Все это мы уже читали, поэтому второй раз читать, я думаю, нет никакого смысла. Лес павших гигантов. Я бы даже сказал, что лес из павших гигантов. Ух ты. Я, парень, совсем забыл. Вот что значит заходить не там, где надо. Огр совсем какой-то пассивный. Да, с ножами, конечно, не очень круто, но что поделаешь, пока нет ничего больше другого. Придется потихонечку его ковырять. Блин, ну он так и норовится к чему-нибудь прижаться. Мне кажется, одним кинжалом я его убивал это быстрее, чем в боевой стойке с двумя. Да, удары, конечно, быстрее, но и выносливость жрется также намного быстрее. Осколок титанита даже подарил. Не поскупился. Это у нас полые пехотинцы. Самые простые полые во втором Dark Souls. Ну, не считая каких-нибудь совсем пассивных полых, типа полых рабочих. Которые вообще практически не атакуют. Так, здесь у нас надгробие, но тут ничего не написано. Возле костра мы отдыхать пока не будем. В принципе, у нас все хорошо, Эстус есть. И как бы воскрешать здесь врагов у меня нет никакого желания. Ух, тут у нас небольшая засада. Я видел там еще сзади, один выбежал из-под моста, и у нас еще есть сверху один. Ух. Также еще и с луком. Да, маловато у меня выносливости.
Так, там. Кто там за лук-то успел взяться? Блин, он еще успел в меня из лука выстрелить. Шустрый парень. Перчатки полупехотинца. В принципе, можно сейчас же их прочитать. Перчатки полупехотинца – это снаряжение полых пехотинцев. Самые простые перчатки, к тому же сильно изношенные, разваливаются на глазах. Используйте только в самом крайнем случае. Ну, сет полупехотинца, он абсолютно бесполезен. К тому же вы, в принципе, можете сет пехотинца только целый купить у Маглина, если уж он так сильно вам нужен. Душа пропавшего мертвеца. Кругом массивные корни деревьев и останки какого-то сооружения. Зеленый цветок. Кстати, такой мы еще не подбирали, но я думаю, это всем известный зеленый цветок, кто играл в предыдущей серии Souls. Он ускоряет восстановление выносливости. А зеленое растение, с виду напоминающее мясистый цветок, временно ускоряет восстановление выносливости. Раньше это растение старались избегать из-за его горького вкуса, но когда стало известно о его полезных свойствах, травники почти смели его с лица земли. Теперь в природе оно встречается крайне редко. Так, тут у нас стоит нехороший парень наверху и кидается бомбами, поэтому... Ух ты! Поэтому лучше, наверное, в первую очередь снять именно его. Потому что все вот эти ребята, они здесь просто... Они не просто так лежат, они притворяются. Все они восстанут рано или поздно. Я думал, он свалится с лестницы, но он очень крепко в нее вцепился, и вот отсюда можно перепрыгнуть туда, только нужно хорошо разогнаться и сдохнуть, конечно же. Вот поэтому я не люблю прыжки в Dark Souls. У кинжалов очень сильная критическая атака в спину, либо после парирования. И опять перчатки. Ну что ж, придется немножечко побегать в полном виде. Не буду пока тратить человечность. Заберем наши души. Давай, спускайся. Что тебе нужно, особое приглашение? Этот парень вообще без оружия. Так, ну что ж, дубль 2. Попробуем еще раз. Посмотрим на нашу загруженность. Всего 37%. Блин, почему я так плохо прыгнул? Может, плохо разогнался? Вовремя я. Душа безымянного солдата и метательные ножи. Да, в отличие от первого Dark Souls, тут метательные же ножи, по крайней мере, на начальном этапе, очень мощная штука. Пока мы не раздобудем лук, ну и все равно даже и без лука они очень эффективны, так как их не нужно ставить в слот оружия. Да ты просто сапогом по голове. Их не нужно ставить в слот оружия и... Когда их бросаешь, они тратят очень мало выносливости, или вообще, по-моему, не тратят. И также, в принципе, ножи очень эффективны и в PvP. Можно использовать ножи для добивания.
Вот здесь, в отличие от первого и третьего Dark Souls, да чтоб... Вы ж, блин, не даете даже ни о чем рассказать, парни. В отличие от первого и третьего Dark Souls, нельзя таскать трупы. То есть толкать, таскать трупы. Здесь вообще нет ну, так называемого рагдола. К сожалению. В первой был, а во второй нет. В третьей они опять опомнились и вернули эту фишку. А душа безымянного солдата. Да, это строение похоже на некую разрушенную крепость. Похоже, эта крепость, судя по всему, была разрушена уже очень давно, так как прошла уже вся мхом. И здесь у нас первый полый солдат. Такое ощущение, как будто он стоит и справляет нужду. Есть. Перчатки полупехотинца. Да вы достали с этими перчатками. Причем, что самое интересное, что пехотинца. Короткий меч и душа пропавшего мертвеца. А, к сожалению, по-моему, короткий меч я пока не смогу поставить, потому что на него нужно 7 силы и 10 ловкость. Пока я ни по первому, ни по второму параметру не подхожу под этот меч. Можно сказать, что это как стандартный меч вообще в серии Souls. Эти короткие длинные мечи. Универсальные мечи. Достаточно простым мувсетом и скалируется как от ловкости, так и от силы. Ну, в начальных этапах, в принципе, можно их использовать. Парни просто голыми руками хотят, похоже, со мной разобраться. С ножами проще просто забегать им за спину и делать критические атаки. Это намного быстрее и эффективнее, чем просто пытаться их крошить. Тем более, пока они встают. Опс, выносливо закончилось. Человеческая фигурка, самоцвет жизни и сломанный меч. Сейчас я почитаю про все эти мечи. Не получилось его обойти. Периодически пытаюсь прикрыться как будто бы щитом, но у меня его нет. И еще один сломанный меч. И сначала я не понимал, для чего разработчики вообще здесь положили целых два сломанных меча. На самом деле они как бы намекают на то, что именно здесь можно впервые попробовать именно бой с двумя оружиями. Потому что сломанные мечи, в отличие от всего остального оружия, требуют очень низкие характеристики, то есть всего 2 силы и 3 выносливости, и любой персонаж может взять эти два оружия в руки и встать в боевую стойку, в отличие от тех же самых даже кинжалов. Вот, как раз сломанные мечи, вот они для этого подходят очень хорошо. Само по себе оружие, конечно же, оно такое, можно сказать, бесполезное, но в начале игры можно даже и при помощи их неплохо орудовать. В боевой стойке мувсет выглядит примерно так. Да блин, я вас тут еще не всех перебил, что ли?
такая вот сильная атака. Не, парни явно не собираются кончаться. Так, ну и похоже тут все. Нет, еще не все. Теперь вроде точно все. Короткий меч. Небольшой прямой меч, длиннее кинжала, но все же очень легок. Очень популярное оружие, ведь для его использования воин не должен обладать особой силой. Хороший меч, который подойдет во многих случаях, но не стоит полагаться на него в особо опасных ситуациях. И сломанный меч. Меч со сломанным пополам лезвием почти бесполезен в бою, но почти бесполезен лучше, чем с голыми руками. Можно разглядеть остатки. Сами солдаты уже превратились в скелетов. Выбегайте. Да, они могут очень здорово попортить жизнь своими сериями. Особенно полные с ножами. Самоцвет жизни. Ой. Что-то я переоценил твои возможности. И еще один метательный нож. Так, у нас теперь их 11. Метательный нож никогда не повредит. И как вы можете видеть, критический урон 167 всего, в отличие от кинжала, у которого критический урон 300. То есть даже удар сзади не убивает с первого раза обычного пехотинца. И здесь деревянные болты, ну это стрелы для арбалета, но так как арбалета у нас нет, пока в них никакого нет смысла. Недорогие деревянные болты, не очень грозные, но легки в использовании. Для стрельбы из арбалета нужны болты, они немного короче стрел. Да, арбалеты они помощнее, чем луки, но при этом медленные. И требует немножечко побольше силы. Так. Не хотелось бы мне пока с таким снаряжением сражаться сразу против двух. Он еще каким-то образом успел меня заблокировать. Так, парень, ты куда? Эй! Я знаю, Эстоса все равно у тебя нет, поэтому нет смысла убегать. Похоже на какие-то жилые комнаты для солдат, возможно. Самоцвет жизни. Туда мы еще попадем. Он всегда радовало в серии Soul, что вроде как вот он уступ, ну залезть-то туда, но нет, залезть нельзя. И вот здесь, кстати, как раз можно попробовать использовать метательные ножи. Потому что там стоит лучник, а сверху стоит еще и полый солдат, который кидает огненные бомбы. И можно его оттуда попробовать сбить. Ну или просто убить.
Так, бутылки с эстосом у меня закончились, их всего две штуки. В самом начале игры это, конечно же, маловато. Так, что ты там у нас оставил? Перчатки полупехотинца, да что же это такое-то? Ой, извиняюсь, не это я хотел сделать. Хорошо, что еще косточку возвращения случайно не использовал, блин, и его немножко сместило, и теперь я не могу его, похоже, убить. Так, эта невидимая стена перед ним появилась, ну, хрен с ним. Он также меня не может попасть. Ух ты, поножне полого солдата. Ну, наконец-то, хоть что-то новое. То есть это даже поножне не пехотинца, а целого солдата. И баклер. Баклер, да. Баклер. Сейчас мы прочитаем. Наконец-то у меня появился хоть какой-то щит. Ну, даже не хоть какой-то, а, в принципе, неплохой щит. Для защиты, конечно, он не очень, но это лучший щит для парирования. То есть у него самое большое окно при парировании. То есть, если вы играете и часто любите парировать, то вот как раз вот Баклер это один из лучших щитов для этого. Здесь у нас еще один солдафон. Опс. И все равно не убил. Да, и пока он лежит, он, конечно же, бессмертный. Очень честная игра. Колдовская урна, таких у меня уже достаточно много. Можно, кстати, ими даже будет попользоваться скоро. Давайте как раз даже их и поставим. Возможно, в какой-то критической ситуации они мне помогут отбиться от врага. Баклер. Распространенный металлический щит небольшого размера. Малые щиты очень легкие и их удобно использовать, но сила защиты при этом невелика. В центре круглого щита находится выступ, чтобы было проще отражать удары. И поножни солдата. Это снаряжение полых солдат короля. Поножни сделаны из хорошей стали, но уже сильно износились и вот-вот развалятся. Особой пользы от них не будет. Раз, два, три, да. Целых четыре перчатки. Да, и что самое обидное, что предметы здесь продавать еще можно будет не скоро. Придется носить этот весь хлам с собой. Интересно, чья это статуя? Скорее всего, какой-то очередной забытой богини. Классно здесь выглядит эффект зажигания огня. Сразу же освещает немного комнату. И кто же это тут у нас?
Ну и на этом все. Итак, о чем нам поведала Мелентия? Она рассказала, что очень давно в Дранглике была война с некими гигантами. И впоследствии из их убитых тел и проросли все вот эти деревья, огромные деревья, которые мы уже вот встречали, вот корни, допустим, вот этих деревьев как раз окутывают эту колонну. Так, у нее можно купить несколько предметов. Это 4 оружия, ну, сломанный меч нам уже известное оружие. Также у нее продается топор, грубый топорик, скорее инструмент, чем оружие. Может использоваться только в ближнем бою, а это сулит большую опасность. Однако при своем сравнительно небольшом весе наносит достаточно серьезный урон. И это действительно так, для начала, в принципе, неплохое оружие, но больше подходит для силовиков. Я вообще планирую во время прохождения использовать несколько билдов, то есть будем перекачиваться постоянно. Но изначально, скорее всего, я буду больше упор делать именно на ловкость. А потом уже посмотрим дальше по ходу игры. Топор нет смысла сейчас вообще никого покупать, потому что бесплатно его можно найти буквально вот сейчас, уже через пару минут. А также она продает дубину, деревянная дубина, примитивное оружие, но достаточно крепкое, чтобы пробить щит. Хороший ударное оружие, как вариант, за 800 можно душ купить и недорого. Как раз ударное оружие пригодится против различных противников в очень тяжелой броне. К тому же скелится от силы аж на А, то есть силовикам очень хорошо подходит. И цестус. Это оружие закрывает кулаки. Толстая кожа укреплена железными заклепками, чтобы удар получался сильнее. Успех кулачной атаки напрямую зависит от силы бойца. Каждая встреча с противником превращается в настоящую битву. Тоже больше ориентированное оружие на силовиков, но нужно, если уж покупать, то покупать сразу два. То есть бить сразу двумя, вставать в боевую стойку с двумя цестусами и лупить со всей дури. И также желательно еще, как и все любое быстрое оружие, желательно его впоследствии потом закалить на яд, либо на кровотечение, соответственно, оно будет еще более эффективно. Так, посмотрим, что у нее есть в броне. Продает один сет, который у меня уже есть изначально. Это сет странствующего торговца. Из обычных предметов у нее есть человеческие фигурки 5 штук, самоцвет жизни, янтарная трава, огненные бомбы. Сразу же купим пару штук, они нам пригодятся. Урны, метательные ножи. Дальше у нас идет светящийся жук. Крошечный светящийся жучок. Говорят, они хранят покой мертвых, и потому их так много на болотах у склепа нежити. Проглотив жучка прямо перед смертью, когда он светится ярче всего, можно ненадолго стать сильнее. Очень часто этим пользуются странники, потерявшие всякую надежду. В других мирах, а также для фантомов, этот эффект недоступен. По-моему, если съесть этого жука, он увеличит на 20% вашу атаку и защиту. Но, к сожалению, когда к вам кто-то вторгается, вы не можете его применить. Так, ключ-камень Фароса и ароматная ветвь былого. Ароматная ветка дерева со сладковатым запахом оживляет превращенных в камень. Если слишком долго вдыхать этот запах, можно заработать кашель и тошноту. Нужный предмет для того, чтобы как раз убирать различных закаменевших полых, мешающих проходу. И также она продает ключ Ленинграста. Ключ кузнеца Ленинграста из Маджулы. В Маджуле пристанище беженцев много заброшенных старых домов. В одном из них Ленинграст устроил свою мастерскую. Мелентия мало того, что похоже у него стащил этот ключ, так еще и продает его за 1000 душ. Но делать нечего, придется у нее его купить. И пожалуй пока все. Также у нее продается одно заклинание и одно чудо, это стрела души. Простейшее заклинание выпускает стрелу души, чтобы использовать заклинание, составьте его у костра и возьмите посох. И лечение, целительное чудо, которым часто пользуются клирики, слегка восстанавливает здоровье. Для использования чуда возьмите священный колокольчик, катализатор и используйте чудо у костра. Колокольчик-то у меня есть, единственное, что у меня совсем не прокачан параметр ученость. То есть у меня нет ни одной ячейки для того, чтобы поставить туда чудо либо заклинание.
Давайте отдохнем у костра, чтобы восполнить наш эстус. Здесь вот как раз уже можно сжигать человеческие фигурки, но в этом нет никакого смысла, когда вы играете в офлайне. К вам все равно никто не будет вторгаться, поэтому не стоит тратить бесполезно вот так вот человечность. Здесь у нас хитрая дверь, вроде как закрыта, но через ее дыры можно кое-что там разглядеть, например, или даже расслышать. Это хрустальная ящерка. Чтобы ее убить, нужно действовать очень быстро. К сожалению, я ее упустил, но мы попробуем в следующий раз. То есть, отдохнув возле костра, можно ее восстановить. Топорик и лучистый самоцвет в жизнь. Ну вот как раз, и как я и говорил, вот вам и топорик. Также здесь валяется шлем полусолдата. Такие шлемы носят полусолдаты. Ну, в принципе, имеет такое же описание, как и штаны. Из него можно узнать, что это полый солдат короля. Король имеется в виду, скорее всего, король Вендрик. А малый кожаный щит. И порошок для починки. Еще один щит, как раз его, скорее всего, я смогу взять в руку. Да, требования к силе всего 5. Маленький щит, обитый кожей, весьма распространенная разновидность малых щитов. Имеет 75% физической защиты и 30% стабильности. Конечно, не предел мечтаний, но за неимением ничего большего лучше уж использовать его. Еще один солдат. И еще один сундук. Маленький белый мелок, лучистый самоцвет жизни. Маленький белый мелок, предмет для игры по сети, оставляет знак призыва. Вас в виде тени смогут призвать в иной мир, чтобы вы в течение некоторого времени помогали хозяину этого мира. За успешную помощь вы получите награду. Этот эффект длится не так долго, как эффект мелка для белого знака, и может применяться лишь в определенных местах. Вообще непонятно, для чего они в Dark Souls 2 добавили этот маленький белый мелок, потому что не так далеко здесь можно найти сразу же и обычный белый мелок. В отличие от него, у него нет таких ограничений, как вас могут призвать при помощи маленького всего лишь на 2 минуты. То есть по течении 2 минут вы просто исчезнете из мира того, кто вас призвал. Также ваш знак призыва будет очень маленький по размеру. Единственный, наверное, толк от этого мелка — это то, что когда вы его используете и помогаете другому игроку в его мире, то вам в награду дают гладкий камень. То есть, если вы будете использовать обычный мелок, то вам будет давать знак преданности, а гладкий камень вот как раз будет давать только тогда, когда вы будете использовать маленький мелок. Здесь у нас осколок титанита дает ящерка. Как раз эти гладкие камни вы можете обменивать у ворон. Давайте вот спустимся сюда и подберем там. Ау, я ж совсем забыл, что ты у нас, парень, восстановился. То, как я отдохнул возле костра. Блин, на обломок меча такая шляпа, конечно. Что ж, придется выпить немножко эстуса. Не ожидал. Блин, совсем забыл отключить эту хрень, как автоматический захват цели. Доспех полупехотинца.
Ну хоть уже не перчатки. И давайте уберем автозахват. Какие-то строительные леса. Мы, кстати, там уже были, помните, это место, где я сказал, что можно было бы запрыгивать, я бы запрыгнул. И, похоже, к нам кто-то побежал, похоже, и нас искать. Ладно. Будем надеяться, что не найдет. Здесь опять нужно немножко попрыгать. Награда этому будет человеческая фигурка. И очередное падение на голову. Вряд ли он там выжил, конечно. Там у нас какое-то пекло. Здесь постараемся аккуратненько спуститься на землю. Душа пропавшего мертвеца. Так, давайте-ка попробуем. Блин, а мне не хватает, да? И на топор, а от топора тут толку нет. Моргенштерн, ну-ка, а если мы его возьмем? Блин, даже взяв его в две руки, у меня не хватает силы. Это очень прискорбно, потому что здесь бы очень пригодилось ударное оружие. Но, к сожалению, топор не относится к ударному оружию. Мы попробуем им немножко помахать. Для начала возьмем вот этот предмет. Радужный бесполезный камень. Здесь у нас больше ничего нет. Очень много окаменевших полых. Непонятно, откуда они здесь вообще взялись. С двух ударов кладет пехотинцев. Ну, топор вообще такой достаточно эффективный против противников со слабой броней. Это было. О! Кто тут взялся? Тоже с топором. Интересно, кто их превратил в камень? Вроде василисков здесь рядом никаких нет. Только вот эти вот черепашки-ниндзя, броненосцы. Да, с ударным оружием с ними расправляться намного проще. А вот с топором так себе. Но они очень медленные, поэтому... Да, медленные, но мощные. Еще бы чуть-чуть и размажу бы мне голову. Так, пришли мы сюда вот за одной очень вкусной вещичкой. Душа гордого рыцаря, это не она, и там у нас огненная саламандра веселится. Да, самое главное, что когда ты открываешь дверь, ты становишься бессмертным. Длинный меч огненный. В отличие от короткого меча, требует 10 силы, но 9 ловкости. Он закален на огонь, то есть изначально имеет базовый урон ниже, но при этом имеет дополнительный урон огнем. Так, кто-то там туда упал, и, к сожалению, не смогу я забрать его предмет. У длинного меча в двуручном хвате есть выпад. Это очень приятно. Особенно, когда борешься против таких вот здоровых парней. Старый
панцирный шлем он нам подарил, благодаря которому мы можем узнать немножко больше информации об этом парне. Старый панцирный шлем. Превосходно защищает, но невероятно тяжел. Однажды из замка Дранглик вышли воины в древних доспехах и тихо заняли свои места в рядах королевской армии. Ни один из них не произнес ни слова и не показал лица, скрытого под маской. Парень вообще какой-то пассивный, даже не повернулся, метательный нож. Так, и я не туда зашел, извиняюсь. Тут где-то есть еще одна дыра. Так, значит, она была раньше. И здесь у нас щит пехотинца. Щит пехотинца еще хуже, чем малый кожаный щит. Единственное, что у него выше, это магическая защита. Все остальное это просто ужас. А от защиты от магии можно найти что-нибудь более интересное. Самоцвет жизни. Ну и ту вещь, которая выпала с этого полого пехотинца, я не подберу. Но это может быть как метательный нож, самоцвет жизни, либо какая-то часть его сета. Ну ладно, неважно. Здесь мы уже все обследовали. Тот предмет, который вот лежит на том трупе, на этом деревянном настиле, до туда добраться пока не представляется возможным. Туда мы вообще, можно сказать, попадем только уже ближе к концу игры. Но говорят, что есть возможность туда каким-то образом допрыгнуть, но сколько я не пробовал, у меня этого не получалось. Итак... Чтобы вернуться, нам нужно залезть обратно в эту дыру. Здесь нам, возможно, опять пригодятся ножи. Жизни у нас не так много. Так, у нас же теперь есть щит. Опс. Так. Блин, точно, там же еще и лучник стоит. Самоцвет жизни. Ну, можно было бы полечиться, но здесь рядом костер. Поэтому зачем нам тратить лишний самоцвет? И я думаю, пора сходить в Маджулу.